Москве там объявил каникулы в связи с коронавирусом, да? Но он сказал, надо сидеть дома. И я тоже никуда не выхожу. Я уехал просто в тайгу к себе на участок и занимаюсь своим просто любимым делом. Сейчас я выехал на отвалы, которые нам оставили угольные разрезы, с целью пострелять. Просто хочу пострелять. Так, ребята, ни один коронавирус нам не пройдет. Всем спасибо.